Друзья, заходите в мою группу по прокачке. Это первая ВКонтакте официальная прокачка с галочкой. И выполняю заказы лично я. Так что тут доверие, сотый левел. Сделал самые низкие цены, то есть всего лишь за 100 рублей ты уже можешь ходить миллионером. А также имею уже 1500 довольных клиентов. И ты можешь стать одним из них. Ссылочка на группу находится в описании. Офигеть, я всех развожу! Вечер, добрый квантум, медалист Кратос Кузака с вами, и добро пожаловать, это GTA, стенка на стенку, поезд нас ждет, поехали. Здорово. Всем здорово, друзья. А Данил на Торусе, Данил умный. Блядь, Торус, ну ёбаный. Кто мне управление украл? А кто там на кубовской тачке? Её ж нельзя было выбрать. Реально. Это все хакер. Вот они, импостеры, бля, хомуха. Пацаны, поезд. Когда поедет, будет больно всем, абсолютно страдать. Да, он же реально поедет, это будет вообще дичь какая-то. И он прям в лицо. Да, охренеть. Нет, на этой машине похрен, тут есть место разъехаться. Да куда? А на мосте, на мосту. На мосте. Вот у нас и будет на мосте, по-моему, потом. Таксиха! Охренеть. Круто, чё? А, таксиха, да. Бляха. И как мы сейчас будем там разъезжаться, вопрос? Пацаны, здравствуйте. Да, на мосту будет трудновато. Ну хорошо, вам не носатых, сука, дали. Да. А то я знаю... Не, лучше б носатого дали, на самом деле. О, нет! Там вы задолбали, Финик, блядь, откуда ты? Поехали. Че, к вам тебе? Господи, эти такси вообще не едут. Вообще не едут. Ой-ой-ой. Данил, что у тебя там за траки? Я камбэкую, я уже десяточка. Ой, Димочка, молодец, умничка. Да фига ты, дедлон такой черный. Проедь, пожалуйста. Там реально кто-то на коповской машине. Пацаны, а кто-нибудь на F хочет? А все, здесь капец. Сейчас приедет Шпокин всем сделает. Мантус затор. Вы тоже в этом заторе? Да. Охренеть. А мы тут с вами вокруг шум. Пусть так не кипишуй. Все, ништяк. Иман медалиста я запнул. Там что, реально поезд не поехал? Да, поезд, блядь! О, хорошо, что мы успели просто уехать. Едем, мальчишки, блядь! А мне похуй, меня поезд будет пихать. Мое почтение, проявление максимального спортивного поведения. Так, бля, я седьмой. Бедная моя такси. Охренеть, блин. Вы какие? Пятый. Обратно квадроциклы, пацаны, я третий. Медалист, тебе так повезло, что я тебя запнул. Блин, здесь с них же можно упасть легко. Ну да. Ты за мной, Антон? Нет, я уже не за тобой. Я тебя запнул, а сам застрял. Вы чё так в небезопасности? Поезд едет. Реально поезд едет. Трендикс. Ну на квадриках можно будет его на изи объехать. На квадриках, да, только где мост там трудно. А так все похуй. Нет. Охренеть, реально поезд. Нет, амиго, ты чё творишь? Нас и так 20 человек, а здесь ещё поезд, блин, мешается. Я въебался в поезд, бля, и просто гений, нахуй, мысли русской. Молодец, Дима, умница. А, в меня ещё какой-то хуй на таксишке въебался. Ебать, у меня такси просто жопа. Я умер. Проскочил. Меня расплющили на мосты. Это просто максимально страшно. Я пока всего поезда проехал. Плиз, никто Чичикор, меня не трогает. А, кстати, это имба. У меня никто не тронул. Вот он обратно едет. Господи, вам жопа там всем в этом тоннеле. Пацаны. Не, поезд проехал сейчас нормально, либо там еще один едет. Ой-ой-ой, блядь, как там мне повезло, что, блядь, квантумет меня не потрогал. Офигеть. Нахуй. Я мог бы тебя потрогать. Ой, как вы мог сильно потрогать. Ой, там что-то. Так, все, начинаю молиться. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Я опять умер. Антон, что стало-то с тобой? Хэйвах со мной стал. А вы взяли машину-ракету? Бэтмобиль. Да, моя. Я эфую, блядь, ёб, потому что я лошара на машине-ракете. Да, я до сих пор еду на этой херне, потому что меня забили. А я перелетел высоко слишком. А, кстати, эти квадрики на дыбы поднимаются, вы знали? Конечно, блядь. Что это только, тачка? Только что она офигенно, даст. Кредитка долбучая обратно едет. Найс. Кому-то пиздулайзер сейчас будет. Мне интересно, и хуя, когда слышишь. Нам жопа сейчас будет. Вот что будет сейчас. А вы скинули квадрик-то? Вот вообще сейчас был очень рядом от того, чтобы меня скинуть. Я? Да. Где я тебя мог скинуть, если я мост проехал, так никого не было? Ты мост проехал, там квадрики едут, блядь. Конечно, никого не было. Так, я третий. Нихуя себе.
А чё привод как задний, передний, передний, задний, брат, поехали. Брат, не надо. Там сейчас поезд походу поедет, да? А, Антон, это да. Ты? Походу, да. Ну, чуть-чуть. Да. А, да, поезд едет. Антошка. Серьезно? Офигеть. Хакер, не надо, поезд, хакер. Я... Хакер, нет, хакер, хакер, а в каком нет, моменте поезд? Хакер, подожди, дай. Поезд в самом начале. Мне спасибо, злоба, брат. Офигеть. Спасибо, все, едь. Наводи там шуму. Мне метра не хватило. Не, если нам дадут какой-то грузовик, то это будет вообще нереально. Ура! Почему я прошел? 49 кадров? Я ебать, прошел это кто-то дешевку полетел. Эту? Да. Дешевку эту. Ты малолитражку прошел? Да. Серьезно? Я сейчас второй, нет. Антон, алло. Медалист второй, он прошел. Да как вы вторыми держитесь, блин? Медалист грустит нафиг. Тихо. Хотя здесь даже не на скилл, блин, а на везение, мне кажется, эта карта вообще. Антон, бля, пизда был. Офигеть, я всех разложу. Хакер, убери свою жопу. Жесть. Бэтмобиль это просто какая-то имба. О, кредитки, да, до свидания, блядь. Ой, мне повезло сейчас, пиздец. Медалист, тебе повезло, потому что это я был. Да хватит лететь меня всем. А, это был ты, Антон. Ты видел, как я тебя аккуратненько? Да, я первый, Антон, просто. Может, спасибо, блядь, ловью. Может быть, осторон, я проехать брат, тебя пожалуйста. Хочу обогнать. Спасибо, молодец. Пацаны, грузовик, походу, может быть, носатый. Хоть бы нет, не носатый. Не надо. Ты проедешь же. Носатый. Не сможет, блядь. Сможет. Там реально нос поехал. Так я очень первый, большой. Как ты меня, блядь, увидел? Я приехал. А все, я, блядь, челиком жизнь руиню. Да, там уже не проедет никто, мне кажется, больше. Нет, ну ладно, я, бля, квадроцикл-то мешать не буду. Пару человек скипнет и все. Подвинься. Медалист, не трогай голубую малолитражку, пожалуйста. Тихо. Я это самое, не видел даже хрустиков этих мелких под ногами, под колесами. А, ты мышь, что ли? Нет, я не перейду. Уже два носа. Ни хрена себе. Да не умышь мобиль. Слышь, а тут какая-то хуйня непробивная. В смысле? Жесть. Ребятки, проезжайте. Пиздец, блядь. Что Дима это такое? Трипы, походу, вот куда меня запхнули? Меня в какую-то хуйню непробивную сунули и все. Там ковш не проходит на выезде, а меня... Нет, мы проехали. Нет, а я уперся и меня толкнули. Он реально носатый, он амиго проехал. Здорово, хары толкаться, ребята. Че, ты сильно упал, Дима, сильно грустно упал. Я заново, блядь, с первого, я сейчас пятый. А можете тебе. не заново, пожалуйста, дайте Дима, голубой бля, машинушки, ну, пожалуйста. Сука, я тебя трахнул. Едет. Трындыц. Это жесть какая-то. Медалист, блядь. Медалист, там еще поезд едет. Че я делаю, блядь, я еду. Дима, нахуя тебе, блядь, пропускал, чтобы ты сейчас, блядь, сосал. Охренеть. О, есть, проехал. Охренеть. Нет, нет? Или есть там рампа поезд? Теперь? Да, там рампа попёрла. Блядь, меня скидывает. Поехал. Ой-ой-ой, блядь. А вы на мосту все, да? Нет, ну он, может быть, меня вперед толкнул. Да, он бы протолкнул тебя. Пацаны, бля, ничего ну не хочу сказать, что я поехал. Бля, ты такая хуйта, блядь. Кто? Угадай. Не знаю кто, скажи конкретно. Медалист. В смысле понятно. Я хуета, блядь, ты ну, чмо? Взял меня, пнул. Это ну, было не специально, это было, блядь. Да, я на этот тендер не боец, спасибо. Такой, это было не специально. Да, а сейчас очень много народу возьмет носатых и начнется просто жесть. Да вы петухи, что ли? Я остановился, Антон. Да, блядь. И что происходит у Антона? Я остановился, чтобы тебя не скидывать, блядь. Ты кого, блядь? Данил, ты там что-то мне сделал? А. Пипяу, нафиг, пипяу. Пипяу. Реально пипяу. Морд наглый. Так, есть, тачка-летучка есть у меня теперь. Блядь. О, Амигос, привет, блядь. Хала, Амигос, блядь, вечер добрый. Хала, Амигос. Ой-ой-ой, Амигос, блядь. Сала, Амигос, вечер добрый. Я вообще по стене еду. О, я проехал. А можешь потом... О, спасибо. Вон ты, ты проехал? Да ни хрена, я сейчас через гору проеду. Ладно, я заново лучше поеду. Фигню как-то занимаюсь. Да не такие малявки, блин. Не, нормально, блядь. Маленькие. Да, спасибо, Кузака, проехал, блядь, молодец. Так я уже даже не вижу, кого я здесь давлю. Четвертый, там следующая какая-то низенькая спортивненькая машиночка. Я до сих пор не могу скипнуть кредитку. Можешь кредитку? Мне а кредитка мешают, это что? Мне никто не дает проехать, мне все обижают, ой-ой-ой. Лайка бой! Бля, я хочу за ГОСТом поехать.
Тут много рамп едет сейчас. Да. Ну-ка, ну-ка, погоди чуть. Давай, 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 давай. За твоей жопой поеду. Это изи тактика! Поезд я не заметил, он на тебя смотрел. Ты нахуя, блядь, поезд-то? Так я на тебя смотрел назад, а там поезд появился. Если ты критку не скипнул, это пиздец. Так, а ты где? Да я здесь в пизде. Ты заебал, блядь, придурок, сука, ёбаный, блядь. С кем он разговаривает? Нахуй, с тобой, блядь. Видишь, это негативный ключ, значит, с тобой. Как только он скажет спасибо, медалист, это со мной. Ага. Если он скажет, Дим, пошел нахуй, то я ему насрал. Дима, меня все пинают, блядь. Личная психология. Хочешь, блядь, купи у меня курсы повышения личностного роста. 58 тысяч. Дима, да. Ты с 50 гонок, блядь, единственный раз на лидирующих позициях. Не выебывайся, блядь. А самое главное, не унывай в припрыжку без отрыжки, блядь, понял? Не выебывайся. Ничего себе, тебе поговорочки. Так, это спортивный медалист. Да, и дальше еще раз, блядь, это для пауэрейнджеров, нахуй, которая. Пауэрейнджеров? Ну, блядь, летающая, вот это, для шпионов. Для шпионов. Ну, которая только что была, блядь. Какой Делориан, блядь, который у тебя до него была. Она еще прыгает, охренеть. Я только что проехал на ней. Еще раз, блядь, проедешь. Да вы заебали меня, блядь. Да ё-моё. Хоть бы никого не было. Нет, я надеюсь, блядь, у меня обратно носатый, а то что хуйня какая. О, я финиширую, пацаны. Я первый, блядь, победы медобьев. Финишировал? Какая-то маленькая гоночка. Ну, чего? Просто моя победа, а давайте отпразднуем. Антон выебал, знаешь, что проиграл, а я... Охренеть, красава. Я помог, блядь, на такси тебя пропихнул. Это помню. Ты первый, блядь. Ну, еще скажи, что все, блядь, благодаря тебе. Все благодаря мне. Да нет, ты на какой позиции? Так, Амиго, блядь, я буду следить за тобой. Ну, какого ж Амиго хакера, он тут больно. Антон дебила играет. Он не играет, блядь. Почему не играю, а что я делаю? Я играю. А то носатый повторно не будет? Горбачёва. А, Горбачёв. Хакер, фу. Вот там нет, блядь, чё по дрифту? Да ё-моё. Чё тебя какие-то бомжи обходят? Пойду полетаю. Да, медалист. Хрена ты. Почему медалист финишировал первый, а не ты? Чё тебя бомжи обходят? Слышь, бомжи обходят. Ну ты бы охуевший, блядь. Сказал Дима, блядь. Всё, блядь, я в ОМОНК не иду, пойду помочь, нахуй. Ты воняешь, что ли? Пропишусь, блядь, знаешь, бомж. Играем, играем, да. Да. Охренеть. Так, а что, ты наглый самый, блядь, или что? А это ты был? Ты, блядь, я да потому что у тебя хакер, блин, написано. Я думаю, Кратос где? Кукол держишь? Ну, блядь, у меня хакер, потому что я хакер, все. Потому что я Кратос. Ну на, получай за это еще. Горох, а ты типа самый, блядь, хитрый, что ли? Ебан. Вот эта машина вообще имбовая. А ты куда вперед электрички, блядь? Да замечательно все. У меня реактивные двигатели и тяга замечательная. А, Кузака тоже финишировал. Да. Ну, мы шаешь 16-й, поэтому пошли в жопу.